И всем привет, я с тобой Клантайка, если что, играем в Roblox, игрушку под названием Bees Farm Simulator Leaks, или как в переводе, симулятор пчеловода, утечки. Есть такая группа, я давно на нее подписан, но как-то в ней ничего не смотрел, не читал и не глядел. Вот такой у них значок, вон там вот как вот гигантский-гигантский написано. Смотри, там какой гигантский Анет качок, маленький Анет. Прикольно. Вот смотри, вот еще один гигантский Анет. Ладно. Тут, в общем, я так понимаю, будет игра по поводу... Ну, не игра, а... Ты можешь в этой игре, в этом плейсе посмотреть всякие утечки, которые, возможно, будут или есть, полагать, что они когда-либо были или что-то такое. Ладно, давай позырим, посмотрим, что-то, я думаю, мы разберемся. Ну, логично, что тут должны быть какие-то утечки такие. Salt Model, какая-то штука, какая-то фигня. А, вот, Supreme Stick Bug Amulet. Это давно напрашивалось, в принципе, неплохо. Он клоса, он закрытый, потому что его не добавили. Робобир. Это у нас он уже был. Робобир. Он был в виде маленького медведя. Это прикольно. Так, элит. Вот это я не знаю, что такое. Скачи. Непонятно. Red Extract. Диспенсер, который скоро должен добавиться, на самом деле, за 250 тикетов. Image Yeti. Да, что-то написано Yeti. А это, на самом деле, Robo 2. То есть, два варианта Robo. Открытыми глазами, закрытыми. Вот. 250 реликвестов, которые вот, о котором я говорил, которые были на тестовом сервере. И за это у нас открывалась вот такая вот красивая штука. Вау. Смотри, какие эти питомцы клевые. Так, ладно, давай смотреть. Робохоппер. Это кто такой? Hive Slot Swapper. Непонятная штука. Непонятная пчелка. И я не понимаю, что такое свэпер. Давай сейчас переведу, секундочку. Что-то даже как-то странно, свайпер у меня даже... ты сломался. Но я так думаю, это то, что... Нет, тут показано какой-то... А, это робохоппер, это вообще вот этот другой чувак. Непонятно, что вот в этом... Вот этот, что это за слот. Это да, это реально Анет говорил, что Филдайс он поправит. Он, правда, не сказал, что да как чего. Это, видать, цитата Анета. То, что он поменяет Филдайса. Это да, это правда, и это мы обсуждали. Это было прикольно. Это реально, это давно тоже напрашивалось. Дальше такой элит, что-то какая-то штука. Yellow Swipe Trail. Непонятная штука какая-то. Сюрикен. О! Мы с медовым молотом. Круто. Триц Шоп. Это последнее, что говорили, то, что у нас обсуждается в Дискорде прям бурно. По поводу Триц Шоп. Я думаю, ребята, вот, которые сейчас вот сейчас написали тут, которые Линкс, хотя они больше, мне кажется, понимают то, что это все-таки их не родной язык, но мы поняли, что это будет, не, может быть, скорее всего, это будет основная еда, это клубника, семечки, черника и ананасы, либо это будет второстепенная еда, покупка вот этих вот неонберри, битерберри, вот как-то так. Ну, потому что это тоже считается угощением, глупо делать вот на эти ингредиенты, глупо на самом деле, но, в принципе, имеет место быть, не будет это плохо. Но не будет и хорошо. Далее, что это за жук? А что это за жук? А, там подписано, да? Робохоппер, все, понял, понял. Это, то есть, жук. Жук. Я даже не знаю, как это назвать. Жук. Какой-то жук. Робо-жук. Крикер. Это вот, я так понимаю, крикет. Это вот как раз стрекоза, да? Или что это такое, крикер? Надо сейчас крикет, я сейчас переведу, секундочку, ребят. Я вбил слово крикет, и он мне перевел как крикет. Но благо, что это много значения слова этого крикета, и подразумевается сверчок. Но я не думал, что он так выглядит ужасно. На самом деле, не похож на сверчка. Йети! Вот Йети я даже не знаю, но это под какой-то ивент, если только добавлять Йети. Было бы круто. Так, дальше там ничего не добавлено. Что вот это за животное? Ты кто? Давай, иди сюда! Это какой-то чемодан. Нет, это, видать, ребята, и личный какой-то чудило. Я даже не знаю, что это за чудило. Смотри, там кто-то еще бегает. Я испугался, реально? Там еще кто-то бегает, не один я такой тут. Ладно, давай посмотрим, что тут еще у нас есть.
Вот такое вот животное. Но это, видать, отличные такие, видишь, разрабов, я так думаю. Какие-то личные такие петы. Аннет пчела, круто, круто, круто. Аннет пчела, было бы реально прикольно. Ну, такое, какой-нибудь, знаешь, там, Гамми там спряталась. Аннет пчела, я почему будет круто, я так думаю. Видишь, даже они механику не добавили. И звук поменяли, заметь. В отличие от Бикиперса, они поменяли звук. Молодцы, молодцы, это прям вот... Вот это приятно, вот это вот, знаешь, приятная штука. Вот именно, причем не читать было вообще неинтересно у них, потому что я мог спокойно почитать у Анетта, и не было. Вот он, смотри, видишь, как типа разраб, я думаю, Твиттер, вот и в честь него вот такую вот пчелу он сам себе сделал. И вот еще один разраб, я думаю, тоже. Да, креатор, гейм-креатор, то есть разрабы игры, вот две пчелы в честь себя сделали. Так, давай посмотрим, что это такое, поглазеем, посмотрим. Тут просто, я так думаю... Ой, там подписано что-то такое. Я так думаю, это то, что разрабы придумали. Да, вот как раз. Не разрабы, а фан-модели ребят. Короче, ребята придумывают своих пчел, предлагают вот этим ребятам, эти предлагают, публикуют у себя, и, возможно, Аннет заметит. Вот этого ждали от Бикиперса. Вот этого хотели, чтобы разработчики прислушивались к ребятам. Но такого, конечно же, не было, и вот у нас есть, я так понял, пород — это попугай. И, ну, по-моему, это попугай. Могу ошибаться, если что, поправь меня в комментарии. Дерзет. Это я так... Я не знаю. Я даже не буду это переводить. Ну, какой-то... Ну, сразу по нему видно. Типа тыквоголовый какой-то. Ну, я, может быть, какой-то бешеный. Как-то еще как-то. Гамми Гост. Призрак пчелы Гамми. Прикольно. Прикольно. Смотри, они так полупрозрачные. Прикольно. Робо Бирби. Это странно. Нет, неинтересно было бы, мне кажется. Вот это мне не нравится. Спит. Это какой-то плавающий, да? Спитинг. Водоплавный, но почему-то он некрасиво выглядит. Мне не нравится. Нубка Би. Это прикольно. Причем можно было бы без кап, просто Нуб Би. Это было бы круто. Зачем Нуб Кап? Блэка Би, Би Кап Би. Ну, это глупо. Вот то же самое. Purple Potion Би by Annette. Но это уже он сам создавал. Все это было. ТХСА Гай Би by... Ну, вообще какая-то мутная штука. Flower Би by... Ну, это вообще. Нуб Би by... Ну, вот. Нуб Би. Вот прикольно. Браун Би. Вау. А вот это круто. Ты вот сейчас вот дошли до самых красивых. Киборг Би. Это круто. Вот это шикарно. Вот это я понимаю. Давай я вот так вот. Киборг Би. Офигеть. Я даже скринчик сделаю. Вот. Кактус Би. Тоже вот это клевое. Вот, вот, вот почему вот такой формы хотя бы не сделали в Бикиперсе? Почему? Почему, ребят, вы сделали плохо? Вот, Фокс Би, клево же ведь! Я реально, у меня вот сейчас в голове то, что вот три пчелы, которые действительно клевые, которые можно было бы добавить... Начинать вот с этих трех пчел именно в Бикиперсе. И это было бы клево. Даже было бы, если всего три пчелы, было бы круто. Вот, в отличие от того, что они наделали. И пускай там все, что мне угодно, мне говорят, но, блин, было плохо. Очень плохо. Так, ладно. Так, Made by та-та-та, Ant. Так, ладно, что-то тут интересное. Монтик. Смотри, зеленый Аннет. Но это какой-то тоже чувачок, который, возможно, тут их как-то на пьедестал поставили. О, мутат. Ну, тут понятно тут. Мутационный медведь. Вот это, кстати, вот этот медведь мне не нравится, но мне понравился в Бикиперсе тикетовый медведь, которого я не успел сказать, посмотреть, запалить или как-то так вот объяснить. Но не успел. Ну, ребят, не успел. Я хотел это все показать и сделать. Так, вот этот киборг медведь. О, киборг Би, мне очень понравился. Очень, ты посмотри, какой рисунок. Как клево сделано. Текстура металлическая. Клево, вообще, вот это круто. Реально, я прям вот это кайфанул. Вот это молодцы. Ну и как? Ну как-то тоже прикольно. Красиво выглядит. Он не, но он не квадратный. Да, Аннет, наверное, такого вот жизни бы не взял. Очень красивый. Смотри, крылышки даже нестандартные. Ай, красавчик. Вот такого бы. Вот такую хотя бы форму. Попугай, ну так, пород Би, ну так себе. Какая-то мутная фигнюшка. Но вот, блин, вот эти три пчелы. Даже Фокс, наверное, крутая пчела. Ну, потому что это лиса. Потому что лиса, и она очень красивая, смотри. Лису несложно нарисовать, потому что они были в Майнкрафте, ну и как бы везде. Поэтому лиса несложная, такой, как зверек. Почему бы такую не сделать?
Круто, круто. О, смотри, там что-то спрятано. Наверное, как они сейчас за бейджик дадутся. Да. Бикикиперс Дэйв Вильхир. Я не понял, что такое. Это, короче, маска. Вот эту маску я так и не получил, поэтому я в жизни не представляю, как она там... Какой молот! Ну, это молот, кто-то придумал такой молот. Да, это просто, это уже чисто вот именно разрабская штуковина. И это круто. Ой. Там что такое? Какую-то обе придумали. Ой, прикольно. Ну вот обе, конечно же, мне сейчас даже обе раздражают в симуляторе пчеловода, с учетом того, что они там никакие. И то раздражают. А вы прикиньте, если вот такой обе будет, который я вот не пройду ни за что, никогда и ни почему. Так, ладно, давай посмотрим. Это просто уже обе, ничего такого фельдеперса тут нету. Все, сейчас пройдем, посмотрим. Там как-то высоко. Ну ладно, попадем, проходим. Посмотрим, надеюсь, что я все-таки пройду. Упаду, так не пойдем дальше. Нет, тут нельзя было на эти штучки. Тогда не пойду дальше. Там находится Гамми Би и Би Пчела. Это просто, ребята, отсылка, ничего там интересного. Я сомневаюсь, что там что-то будет интересное. Так, и еще что хотел. Бисварм симулятор, в котором можно перейти. И вот это вот мне что и было интересно. В костюмную игру перейти. Это новая, другая игра. Если что, я сейчас перехожу из этой игры в другую игру. Но открою я тебе небольшой секретик. Вот этот вот плейсик. Это гигантский плейсик по поводу, я бы не сказал, что утечек, а вот именно фановых идей в симуляторе пчеловода. Там очень много идей. Кстати, там некоторые идеи своровал Beekeepers. Ну, он как бы не своровал, а взял оттуда Beekeepers. Но там мега много идей. И там вот прям вот на отдельный полноценный ролик. Поэтому ставь лайк обязательно. Жми колокольчик. Жми подписаться. Чтобы следующий вот это вот плейсик вышел прям вот завтра. И ты увидел офигительную реакцию. Увидел офигительных пчелок. Увидел кучу комментариев от меня. Ну, а с тобой был Клантайка. Пока-пока.